Ну а международный форум боевых искусств завершился в Уфе. Сборная Дагестана выступила во всех разделах, в том числе всестилевое карате, смешанные поединки и комбат. Наши завоевали порядка 65 медалей. В разделе «Всестилевое карате» в активе дагестанцев 13 медалей, из них 7 золотых. В разделе «Комбат» 52 награды. В рамках форума дагестанские бойцы провели 2 профессиональных боя. Абдулмаджид Ширванов и Джамал Ильясов досрочно в первых раундах победили соперников из Таджикистана.